Сегодня мы будем говорить о Зодиаке. Зодиак — это серийный убийца, действовал в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 60-х годов. Личность преступника до сих пор не установлена. Согласно заявлениям Зодиака, он взял на себя ответственность за 37 убийств. Однако представители правоохранительных органов подтвердили только 7 из них, при этом двое потерпевших остались в живых. 31 июля 1969 года в редакции трех газет поступили письма от убийцы. Все три письма были почти одинаковы. Они содержали заявления, в которых убийца брал на себя ответственность за совершение преступлений. Когда он нам угрожал, мы умоляли его не убить нас. Мы были готовы сделать все. Когда на тебя направлен ствол пистолета, ты готов сделать все. Однажды, когда Зодиак убил таксиста, вышел из машины и прошел, его встретили полицейские. Полицейские у него спросили: «Вы не видели мужчину с пистолетом?» После этого Зодиак написал письмо в полицию: «Какие же вы тупые свиньи! Вы прошли мимо меня и спросили, куда побежал преступник! Какие же вы тупые!» Вот такие дела. Поставь лайк, подпишись на канал и расскажи об этом видео друзьям.